Всем добрый день. Мы переехали на новую территорию по адресу улица Журналистов 15А. Вот в этот цех. Цех здесь гораздо больше. С краном грузоподъемностью 10 тонн. Станки все наши, как и были, так и переехали. Один станочек, второй. Здесь третий. Добавился у нас еще один станочек грузоподъемностью до 15 тонн балансировочный. Так что идем вперед. Сегодня к нам привезли вот такой вот вентилятор на балансировочку. Это называется H9000. Масса вентилятора 11 тонн. Вот такой вот небольшого размера вентилятор. Насладились зрелищем, как мы его устанавливали. Вот уже подсоединили муфточку. Такую пришлось специальную сделать. Мы берем иногда трехкулачковым патроном, но тут масса ротора 11 тонн. Решили не рисковать. Сейчас будем выставлять, настраивать приборы и балансировать этот дымосос. Установили индикатор. Сейчас будем выставлять муфточку. Thank you.
Все отлично, идеально выставили. Все шикарно. Вот тут яма пошла. Оп, яму прошли. 15 соток и вышли. Вышли обратно. Все. Отлично. Ну вот, вот таким образом вывели статику. Навешали в общей сумме 8,4 килограмма. Неплохой такой дисбаланс. И сейчас настраиваем приборы и будем смотреть, что у нас там происходит с этим ротором. Итак, уже вечер. Мы он ротор немножко разрисовали, поразмечали. В общей сумме ему килограмм 9-10 понаразвешивали грузов. Практически симметрично по двум плоскостям. Ведем расчеты на ноутбуке. Делаем замеры. На данный момент сделано 3 пуска. Дальше уже работу будем продолжать завтра. Оно не так быстро, как хотелось бы с такими деталями большими работать. Но ничего. Станочек справляется, все идет отлично. Потом эти груза по векторам посчитаем, объединим в один красивый. И будем уже завтра приваривать. У нас второй день работы. Крутим ротор. То есть вибрации по опоре уже вообще нету. Значение минимальное. Сейчас немножечко подкорректируемся. Покажу груза, какие повесили. Такой экранчик, защита стоит. Потому что как-то надо ходить, вдруг что-то вылетит. Но его в баню. Вот, по записям нужно 360 грамм еще добавить. И по второй плоскости 175. Ну, как раз под обварочку груз по второй плоскости немножко сместим. Вот такая ляпуха. С другой стороны немножечко меньше. Вот она. Практически симметрично, но там 50 градусов между ними разбег. И также у этого дымососа есть вот такие ластохвосты. Вот видно, там стоит грузик. То есть он в любом случае потом будет еще доводиться на месте, на рабочих оборотах. Наша работа на этом уже практически завершается. Ну вот, ротор мы уже сняли, даже покрасили грузы. Всю процедуру не показывали, потому что сроки поджимают. Нужно работать, не только видео снимать. Получилось все очень даже красиво. И сейчас еще маленький такой бонус. Заказчик просит, нужно просверлить муфту. Магнитную сверлилку будем лепить вот сюда. И нужно сделать типа шпонки. Еще одна операция. Кончим штих под отверстие, которое просверлили. Забили штифт, нарезали резьбу для того, чтобы можно было снять обратным молотком. И, собственно, ротор готовится завтра на отправку. На этом наша работа закончена. Спасибо за просмотр. До новых видео.